Госпрограмма по строительству доступного жилья как способ личной наживы. В Атырау в отношении экс-руководителя городского отдела строительства возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Чиновника подозревают в присвоении половины прибыли ТУ, являвшегося подрядчиком по строительству коммунального жилья. Также, будучи начальником отдела строительства, он разрешал строить мансардные этажи в новых домах микрорайона Нурсая без наличия на то проектно-сметной документации. Вместе с тем, финансовые полицейские отмечают, что чиновник не имеет никакого отношения к делу бывшего акима региона, который сейчас расследуют. В отношении с адвокатом бывшего начальника отдела строительства акимата города Атырау были возбуждены ряд уголовных дел. Это уголовные дела по 311 получение взятки в особо крупном размере, по 310, как мы уже сказали. Это ряд уголовных дел, еще по 176, по 193, то есть легализация имущества, полученного незаконным путем. На него возбуждены 4 уголовных дела, которые все соединены в одно производство, предъявлено обвинение, в отношении него избраны меры пресечения ареста.